Ну а прямо сейчас прогноз погоды от нашего штатного прогнозиста Ильи Сосновского. Илья, тебе слово. Всем привет, привет, Настя. Но начну с совета. Как только новости досмотрите, открывайте шкаф и перекладывайте теплые вещи поближе. Последние дни нас сильно расслабили. Солнце яркое, температура на 10 градусов выше нормы, но в ближайшие дни уже прилетит холодный арктический фронт. На моей памяти ни разу ничего хорошего он нам не приносил. Сейчас синоптики обещают ночные заморозки, снег на выходных. Но даже завтра мы заметим приближение этого фронта. Ветер будет до 18 метров в секунду. Очень сильные порывы, дождь также обещают синоптики. И не спасет нас даже адекватная температура 9 градусов ночью и 13 днем. Всем хорошей погоды. Пока.